What happened to Freya? I feel like I'm drowning. This is wrong. This place is draining me. I need to get out. Wait. Oh yeah. There's something. Yeah, loot. A trace of an aura. Enough. I've got enough splinters in my fingers for today. You get to carry them home. Loot? Every time. Can't you help? Just once? Loot! Get back here! Firewood from the forest for Mother. I was always dreaming, so Briar had to be the responsible one. Almost. If you always use the same hiding place, you'll always find me. That's the idea. You should be doing your chores. Will you tell Mama? No. I got enough firewood, but next time, what were you doing while I did everything alone? This. I chose only the most beautiful flowers. You like it? Mama will like it. Oh, I made it for Papa. Our Papa? You're mocking me. No. No. He likes my strings of rabbits, so why not your wreath of flowers? Your rabbits are useful. He'll think this is silly. No, it's not. You made it, so he'll love it. Thanks. I hope so. What was that? I'm not sure. Cries? From our village. Let's go back, Lute. Stay close to me. It was always peaceful under that oak. My sanctuary. But not this day. I know this day. Nothing can save us. I'm closer. I can almost... It's so close. Something's wrong. Mama! We can't stop now. Stay close to me, Lute. Judge, have mercy. I don't want to see it again. Something is over there.
is that? Raya! No. Raya's soul. Tethered and tortured. We went too far. I feel it. So much. Pain. Or death. I killed them. Твою мать, что происходит? Падение, магазин. Уэйтона опять. Улучшение для сил. Получите кобальтовый кристалл Брешь, чтобы улучшить силу и лют. Улучшают способности тени. Окей. Ноль стоит, слава богу. Что-то новое можно прокачать. О, улучшение для сил. Кобальтовый кристалл Бреши позволяет открывать следующий уровень навыков лют и изучать новые свойства. Понял. Это вот как раз мы открыли вторую ветку. Угу. Так, аспект. Силы лют имеют особые черты и аспекты. Каждый аспект влияет на боевой стиль. Специализация лют определяет основные аспекты ее сил. А, тут надо качать что-то конкретное, понятно. Типа, и лучше в одном стиле, я так понимаю, это делать. Ё-моё. А зачем так много, господи? Так, а там... В нападении, соответственно, тоже тут куча всего появилось. Ну, рука возмездия, по сути, это просто позволяет мне использовать способность. В единстве. Взрывные удары против врагов высокого класса дают больше очков единства. Удары лют вызывают у врагов низкого класса пошатывание и искусность. Хаос. С ударами спускаются взрывные осколки и повышается энтропия. Короче, смотри, хаос, видимо, это... Большой урон, но повышение энтропии. Искусность. Просто искусность. Хитрость. Удары с дистанции на некоторое время связывают между собой врагов низкого класса. А я могу целенаправленно это делать? Или это типа через Б, как обычно? Синергетическая атака пепельного защитника можно совершить при низкой степени единства. А, да? Неплохо. Все синергетические атаки значительно снижают уровень после синергетической атаки. Так, понятно. Что в защите? Отражающие приемы лют могут испускать кобальтовые багровые остатки. О, да! Круто. Испускают взрывные осколки, повышающие, да, повышая энтропию. При идеальном отражении враги низкого класса получают урон. Барьер лют теперь перехватывает, это мы уже видели. Лют может создавать дополнительный барьер, если один уже активен. Барьер лют может испускать кобальтовые багровые остатки. Барьер лют испускает взрывные осколки, повышая энтропию. Идеальный барьер отбрасывает врагов низкого класса. Блин, тут столько всего. Каждый прием замедления на некоторое время увеличивает скорость движения. Лют отражает атаку замедлением, она создает... Так, хорошо. Совершив идеальное замедление, лют выполняет еще одно на врага низкого класса поблизости. Эффект замедления дольше. Прерывание на некоторое время связывает между собой врагов низкого класса. Короче, мне нравится хитрость. Да, лют отражает атаку по прерываниям, она создает на земле взрывной знак, повышая энтропию. Ну, это, кстати, тоже неплохо все равно. Идеальное прерывание подбрасывания врагов низкого класса в воздух тем, кто уже находится в воздухе.
Так, смотри, я хочу, во-первых, отражающие приемы могут испускать кобальтовые... Ну, правда, могут, это какой-то непонятный процент, я так понимаю. Давай так, при идеальном отражении враги низкого класса получают урон, возьмем. Сюда, видимо, мне что, заблокировано. Почему я вижу, что это такое? Потому что стойкость 2, логично. Вот, и здесь прокачать мы еще не можем, поэтому будем выбирать из того, что есть. Люд может выполнять дополнительное прерывание, если одно действие уже активно. Угу. В полях что? Во время битвы перегрузка спускает взрывные осколки, которые наносят урон всем врагам поблизости. Ё-моё. Я, наверное, буду как-то миксовать хаос и хитрость. Больше очков единства. Но тут у меня как-то особо вариантов нет. Давай просто возьмем, чтобы было. Угу. Круто. Не, прикольно, мне нравится. Так, и мы, соответственно, прокачаем что-нибудь еще здесь. У нас есть куча всего. Я могу прокачать две способности. И, наверное, я просто прокачаю обе эти способности. Не, давай пикирующую атаку одну. 5 из 8. Так, что у меня здесь? Громкое падение и отбойный молот. Мне не нравится эта способность, поэтому хрен с ней. И, по-моему, я могу... Нет, 14 еще она стоит. И пока мы поэкономим, зато потом прокачаемся очень хорошо. Так, в навыках типа что-то новое. Ну, я знаю, что у Люд что-то новое. Ну, что? Нападение. А что? Что-то могу прокачать? Да, отстань. Я не могу, не хватает мне очков. Бриэр и Люд переходят Илденский мост, протянувшийся над трущобами Нижнего города. Падение. Was that? My head. Please be still. You need to recover. That was a strong threat we faced, and may yet face again. Don't bite your tongue to spare me. I took a risk. I know it. Donovan warned us. What if we had transcended? We didn't. That power saved us, Lute. We need it. Donovan said that it was dangerous. That we aren't ready. I say we will be. I can learn to control it, Lute. Trust me. I am sure that you will do your best, sister. But tell me, when you passed out, do you remember anything? I was caught in a nightmare. I was home before. You were still alive, Lute. I'd almost forgotten it. The oak meadow. I missed the smell. You were there? Inside my mind? I was with you. I saw what you felt. We bear our pain differently. And yours runs deeper than even you know. You need not bear it alone. We are stronger together. Some things are my own. Some things you should not have to see. Sister. Anyway, we have wasted enough time already, Lute. We must steal ourselves for battle. They're coming. Good. They'll see what we are capable of. You're with me? Always. Show yourselves, you wretches.
Состояние упоения. Теперь вам доступно состояние упоения, оно связано с единственным и значительно влияет на Бриер и Люд. Когда состояние активируется, Бриер бросается на врага и наносит ему мощные атаки, в то время как Люд переходит в наступательную позицию. Атаки сестер теперь наносят урон всем врагам, в том числе духам и одержимым. Во время битвы, когда у вас достаточно единства, упоение можно активировать, нажав сочетание клавиш. Когда упоение перестанет действовать, единство значительно снижается. Давай! И тут нет никаких особых умений, не особых умений, потому что здесь просто уничтожение всего живого и неживого. Так, что-то в углу происходит, что это? И еще ульта? Это богоподобно. I felt nothing like this before. It's intoxicating. If we can control it like this, it will. We might transcend? Lose ourselves forever? We'll be careful. We'll wield it, not let it control us. Agreed? Yes. Yes. We'll be careful. Так, ну да, это, видимо, оно. Люд и Бриар теперь могут войти в состояние упоения. Добивание в упоении зависит от специализации Люд. А, решается оно типа количеством конкретных навыков, которые я, видимо, прокачал. Тут еще больше всего, да что ж такое? Когда силы Люд улучшаются, свойства ветвей упоения добавляются автоматически. Да, и, то есть, например, тут не написано условия, конечно, но вот поскольку я прокачал искусность... А, подожди, что? Это нельзя прокачивать. Оно прокачивается само. Потому что вот это хаос, повышая энтропию, да. А я как бы прокачивал искусность, поэтому она здесь. Яростное упоение, исцеляющее упоение. Да, видишь, у меня аспект искусность идет. И если я прокачаю другие навыки, которые у нее в ветках, то у меня, видимо, будет преобладать что-то другое, и там можно сделать хаос. Но я не могу выбрать, оно будет просто меняться в зависимости от моей прокачки. Неплохо. Слушай, это просто чистое какое-то сейчас было аниме, мне нравится. Это было круто. Я так понимаю, чтобы использовать упоение, надо единство не просто набрать, оно должно быть вообще на максималке. То есть это первый уровень, который позволяет мне использовать навыки усиленные. It's no use to dwell on these thoughts now. We must reach the tear. И потом после этого еще один уровень. Ты мразь. Да, я даже не увидел это. Как это... отвратительно? Мне кажется, они после смерти взрываются, да? Выглядит как что-то, что так умеет делать. Да. Надо следить за атакой. Просто я, если начинаю делать какую-то долгую комбинацию, я из нее не выйду. За что в жизни?
Есть! Я только вышел из анимации, какого черта? О, мразь. И ты то... А почему я урон получаю вообще в этой форме? Отвратительно. Не, анимация крутая, но... Не знаю, смотреть каждый раз на нее тоже... Не очень хорошее решение. If there is another way. А можно хп чуть-чуть? Изумрудный осколок. Так, X это установить. Ага. Я запомнил. Там даже не максимальный, там просто какой-то уровень нужен. Потому что у меня не было третьего уровня единства. Оно просто где-то на фоне у меня нафармилось, и теперь я могу превращаться. Ну, я так понимаю, что нет смысла это не нажимать, если оно внезапно набралось. Потому что это не что-то, что я могу экономить. Если я набрал, это не значит, что я могу использовать в любой момент. Если я имею навык, я могу использовать его вот здесь и сейчас. Поэтому каждый раз, когда у меня будет доступен... Доступно, получается, упоение. Это должно быть очень и очень эпичным. Но они могут, как, пока я делаю крутую анимацию, подойти ко мне и взорвать это как-то... Не знаю, не очень. Так, а сюда? Я вот не уверен, где тут сюжет-то. А где секреточка? Камера говнища в этой игре, я не могу по-другому просто выразиться. Абсолютно ужасная. Она вся, она большое изобилие противников разного рода. Они, типа, прячутся за экраном, появляются в секунду, и... Я, видимо, должен как-то на них реагировать, что... Просто невозможно... Механика слюта, она больше дуэльная, чем такая толповая. Ну и камера, конечно, вообще не способствует. Я не могу прям... В демке я это не прочувствовал. Это все? Да, видимо, наверх. А мы можем воспользоваться лестницей? Потому что там, типа, лестница была. Во. Стены города. А мы когда-нибудь попадем? А, ну вот, мы уже достаточно близки к чему-то... К чему-то, что сменит локацию. Конечно, здесь красивый замок, но, типа, окружение повторяется. Будет комментировать мой взрыв? Sisters, it seems you're not dead. If I had been able to place a bet, I would have lost. Crows, alas, are poor company for a betting man, and worse for conversation.
I don't understand where this is going, but I doubt I'll like it. Come, regale me with a tale about the formidable possessed you faced. You were watching. I am an observer, after all. Anyway, it looked like it might not go your way for a moment. It was not easy, but we prevailed. That's what matters, isn't it? I wonder what happened that turned the battle in your favor. Not everything can be learned in Durand's training grounds. It's hard, but we learn quickly. Or you're just running faster towards your inevitable demise. If there's nothing else, Donovan awaits us. You met Sir Donovan the Shadeless. Yes, he has just arrived. Scouting ahead before the rest of the reinforcements reach Ildan. Has he not reported to you, Layton? No. Not yet. He's a veteran. He doesn't answer to a dear observer. I suppose you envy him, Briar. A battle-hardened knight. A lone wolf. Follow him in battle, by all means. But remember, you do answer to me. Деловой такой. Так, а у нас сколько-то не могу купить улучшение для лют. Свирепые враги очень сильные, критически сильные щиты и барьеры. А если здесь прокачать... выносливые враги тоже будет, да? Давай третье мастерство на Костоломе. И клют, видимо... искусность. Все синергетические атаки значительно снижают уровень энтропии, но тут не все действует на стиль. Как я посмотрю. А, у меня особых навыков нет. Успешное противостояние дополнительно повышает единство. Лют может выполнять дополнительное прерывание. Давай, вот дополнительное прерывание, такие тоже микроспособности, они же лишними не будут. Ну и в целом по дешевке можно пройтись. В нападении что-то есть из нового. Если в нападении... Я ничего не могу прокачать. Не хватает. Layton, I do not mean to judge you, but all this death, this devastation. And yet you sound so distant and indifferent. Composure is instrumental to my efficiency as an observer. Such fine words to justify that you just don't care a hang. Aren't you the tough one? Or are you just pretending that you have a thick skin? You both need that, and a clear head to survive here. We have plenty of both. Don't you worry, Observer. The way you speak, it sounds weird. Where are you from exactly? It is not weird. I take pride in my accent from the fair city of Rhyme. Our wondrous capital city. Arts and literature drive the lives of the citizenry there. Quite the difference from this den of peddlers and smugglers. All the nitty-gritty pragmatism that is so typical of Doran. I didn't think you could get so heated for something so trivial. Says the ones who hail from an insignificant village in the woods. Farewell. Ну а теперь просто прощаюсь. Так, есть ли здесь секрет опять при падении, потому что... Ну, вроде не было. He was bluffing. I don't believe he even knew Donovan was here. I am more troubled that he wants us to spy on him. So that's what he meant. I like him less and less.
The Order has too many secrets. It'll get no more from us. Испытание. Уничтожьте всех врагов, пока не кончилось время, не сломав ни одного объекта. Ну, смотря куда вы меня засунете. В пустое поле я не против. Ага. А если враги сломают объект или они не могут? Да, это проблема. Ну уйди ты оттуда! Сломал, ну да. А, одного удара хватает. Не знаю, давай пару раз еще попробуем. Супер душные испытания, конечно. За них, зараза, дают много всего полезного. Он просто стоит вот прям около цели. Ненужный мне. Так, этого можно убить. Ага. Вроде нормально, главное не расходиться. Не-не-не-не-не. Вот им нельзя давать направлять себя. Я должен их направлять. Да, вот так. Дайте, что, не знаю, энтропию? ХП, окей. Я просто не знаю, мне кажется, что ХП поднимать надо слишком много, даже не столько, сколько можно в игре поднять, чтобы нормально чувствовать себя сильнее. Сильные плюшки, которые могут мне урон какой-то нанести, они наносят гораздо больше, чем вот это увеличение, поэтому... уничтоженные. Это ворота когда-то были. Can this be? We were betrayed. They used us. They sent us to our death. An explosion. It was massive. I can see that. So our trail ends here? It does not. I recognize an aura. The one I felt on the bridge. It caused the blast as it broke free. I couldn't tell before because of the lead carriage. Now I'm sure. This is what the other Chimeras fought. Fought and lost. What is this thing, Lute? A wraith could not have been caged in the first place. It must be a possessed. Even stronger than the one we faced earlier. But why did they bring it here? Did they even know? They did as they were told. They were slaughtered. Or they were sacrificed. We need to find out why.
Ну, судя по крикам, они не знали, что такое может быть. Such a vulgar display of power. Did you even dispose of them? We were just having some fun. Anyway, either they got blasted or they lie dead beneath the rubble. Да хрен там. Seems like it. But I'd like to know what hit us in the first place. А я как-то не уверен, что хочу. It's fading, but it's not gone. Then we should be safe, at least for a small time. I hope so. But what about Layton? He was on the bridge with us. You feel his presence? No. I can't feel him among all the dead. Should we look for him? I bet he resorted to his talents. No doubt he'll turn up. Я бы от таких просто, на самом деле, держался подальше. Я, конечно, тоже так умею, но не настолько могущественно. Громадный монстр. Смотри, у них были эффекты, как при моей ульте. Не знаю, может, это как-то... Может, это химера. Зараженные пёсели. У меня все еще нет более шустрого оружия. Поехали. Смотри, это было кратковременно. Мне кажется, что можно набрать еще больше, и тогда я смогу закончить именно с ультой. Потому что это просто некоторое время их побить. Не совсем считается. То есть там можно набрать больше, и тогда всплеск будет сильнее. Я
Я потому что еще думаю, как бы вы мне дали эту способность, я теперь не буду практически пользоваться уникальными комбинациями, которые усиливаются единством, потому что зачем мне это делать, если я могу просто нажать ульту, а вот у меня ульта будет сильнее. Я буду это использовать, становиться сильнее, тогда если там будут серьезные противники, с которыми я не справлюсь быстро, то можно будет накопить и просто снести их. Блин, учитывая, что мы это получили, я теперь хочу следующего большого босса. Это должно быть очень круто. Особенно учитывая, что это будут, скорее всего, кто-то из вот этой парочки. Уклонись от нападения. Так, здесь можно не драться. Мы побежали? А куда мы побежали? А куда мы побежали? А куда? Чуть безопасное место. Несколько тупиков они придумали. Ну тут такие комбо можно набивать, это же просто круто. А, ну буквально, если сражение проходить не надо. Очень круто. Игра продолжает закидывать новые механики просто бесконечно. Опа. Здесь ультану. Они усиленно становятся из-за него, потому что он их... Бам. Бам. И не дотянусь, но... Вот это хорошо было. Все, а теперь остальные стали обычными. Вот, и при использовании навыка у меня усиливается. Я теперь могу больше набивать. Это, правда, надо очень конкретно успеть. Здесь врагов столько нет. Ну да, я правильно предположил.
собачки огребли. Платина. Ну, нормально, это второй ранг после алмаза. Прикольно, слушай, но это разнообразит геймплей. Мне нравится, что игра развивается, уже который час она продолжает новые штуки докидывать. И даже вроде как мы наконец-то сбежали из окружения замка. Теперь какая-то деревня. Но будем смотреть, что будет дальше. На этом пока что все. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, прокомментируйте, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Подпишитесь на канал в Телеграме. На этом все. Увидимся в следующей серии. Всем пока.